Из баклажанов можно приготовить оригинальную по виду закуску, а именно, суфле. На праздничном столе оно будет привлекать своим внешним видом гостей, и они оценят его по достоинству. Суфле можно смело подать в горячем или холодном виде. Оно сочетается отлично с любыми острыми соусами или с домашней сметаной. Кроме перечисленных ингредиентов к измельченным баклажанам можно смело добавить репчатый лук, чеснок, хмели, сунели и прочие специи и добавки. Баклажаны 250 грамм. Яйца 1 штука. Манка 1,5 столовой ложки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло растительное 3 мл. Количество порций 3. Подготовьте ингредиенты. Вымойте, очистите и перекрутите на мясорубке баклажан. Добавьте яичный желток. Добавьте черный молотый перец и соль. Всыпьте манку и хорошо все перемешайте. Взбейте миксером яичный белок. Добавьте его к кабачковой массе. Все хорошо перемешайте. Формочки смажьте растительным маслом. Выложите массу. Отправьте суфле в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут. Достаньте аккуратно суфле из формочек и подайте его к столу.